Всем привет! Сегодня готовим цитрусовый бисквит, а точнее лимонный. Этот бисквит подойдет к любым ягодным начинкам, фруктовым, а также крем вы можете приготовить, даже просто взбитые сливки, будет супер. Здесь у меня в миске уже яйца, щепотка соли и сахар. Все взбиваем в очень пышную, устойчивую массу. Своим миксером я взбиваю примерно 8-10 минут. Если у вас слабомощный миксер, то взбивайте белки и желтки отдельно, а сахар разделите между ними пополам и потом уже смешивайте их. Все, смотрите, яйца я взбила. Для того, чтобы понять, достаточно ли взбивать яйца или еще продолжить, сделайте вот так вот след венчиком и засеките 10 секунд. Если 10 секунд след стоит, значит все хорошо, вы взбили, убираем венчики, продолжаем замешивать дальше. Если след не держится, 10 секунд продолжайте еще взбивать. Теперь просеиваем сюда муку и разрыхлитель здесь у меня в мисочке. Также можно сразу с мукой добавить сюда цедру лимона одного и перемешиваем. Не бойтесь перемешивать тесто, главное, делайте это какой-нибудь ложечкой или силиконовой лопаткой, удобнее всего. Если вы хорошо взбили яйца, то бояться ничего не стоит. Перемешивайте, чтобы не было сухих мучных комочков. Ну а если яйца взбиты плохо, то в принципе уже ничего не сделаешь. Бисквит все равно осядет, либо на этапе вмешивания других продуктов, либо на этапе выпечки. Вот. Поэтому самое важное в выпечке бисквита – это хорошо взбитые яйца. Все, замесила. Теперь добавляю растительное масло и лимонный сок. У меня здесь сок 70 мл. Это сок одного лимона. Если вдруг у вас будет сок из одного лимона меньше получится, то есть лимончик попадется помельче, да ничего страшного, если там на 15-20 мл сока у вас получится меньше. Пускай будет сколько будет. Замешиваем и вливаем в форму. И проследите за тем, чтобы растительное масло и сок лимона не были холодными, то есть из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Также можно добавить сюда ванильный экстракт, но поскольку это бисквит лимонный, я не хочу уже перебивать этот вкус. Диаметр кольца 18 сантиметров. Выливаю тесто и в духовку, которая должна уже быть у вас хорошо разогрета до температуры 180 градусов Цельсия. Выпекаться такой бисквит будет примерно 30-40 минут. Первые 20 минут вы вообще не открываете дверцу, иначе бисквит осядет. Потом уже минут через 25 можно аккуратно посмотреть, что там происходит. Ждите, чтобы сформировалась коричневая, ну такая золотистая корочка. Потом можно проверить на готовность. Чтобы шапочка была как можно меньше, вот здесь на бисквите, вот так вот пару раз форму прокрутите, но не сильно, много раз, потому что вместо шапочки у вас получится потом ямка. Все, ставлю в духовку. Все, бисквит у меня приготовился. Я ему даю вот так вот остыть полностью в форме при комнатной температуре. И затем нужно вырезать из формы и в холодильник на стабилизацию. Разрезать на коржи и собирать в торт можно будет уже часика через 4 после того, как он полежит в холодильнике. Лучше всего и надежнее поставить его в холодильник на ночь. Ну а сейчас пока остывать. Друзья, получается вот такой вот бисквит в разрезе. Смотрите, он эластичный. Ну, если не любите, можете даже не пропитывать. Он довольно влажный, в нем много сока лимонного, растительное масло. На вкус этот бисквит имеет легкую кислинку и очень яркий цитрусовый лимонный аромат. Получается вкусный, и даже если его пропитать просто взбитыми сливками, в начинку добавить любую ягоду, будет очень вкусно. Большое спасибо вам за просмотр, приятного аппетита, до новых встреч, пока-пока!